Всем привет, друзья! Вы на канале Sim Racing From Zero, и с вами Борис. Очередная гонка Dragon Trail и очередная pole position. У меня уже категория B. Мне подняли категорию. Ура! И у меня теперь серьезные соперники, которые едут практически так же, как и я, лишь чуть-чуть не уступая. И это мне грозит чем? Что мне будет добыть победу довольно тяжело. Да. Ну, мы будем бороться. Тем более я сейчас в некоторых поворотах немножко понял, как нужно ехать. Постараемся. А позади меня испанец, что всегда очень опасно. Сейчас будет у нас неплохая заруба. Тут надеюсь на рейтинг безопасности C, хотя я такое уже встречалось, что они все равно выносят. Да, ну давайте. Смотрим на нашу борьбу. Тут вон ребята все. Ходим до четвертого места, вот борьба. Идеально с два испанца. Где он атаковать? Переатаковал испанец.
Фу, молчу, ребята, я сконцентрирован. Позади у нас 6 кругов, и отрыв уже практически 10 секунд. Да. Прекрасно. Тащила. Британец. В борьбе за второе место обогнал француза. Француз вновь опережает. Мы продолжаем. Зато 40 выйдет. Хорошо. Зачем они доезжают на пит-стопы, я понять не могу. Честно говоря.
16 секунд. Мне поддержать темп вот сейчас. Просто 22 секунды. Да. Удалось повысить этот гоночный темп, сразу заметно. Сразу. Да, просто уехал, так как я люблю делать.
Круто. Просто три победы подряд. И он на себе рейтинг Б. Экшен замес с дебилами или ну, конечно, ну смотрите, просто онборд это скучно. Потом я сделаю как отчет сделаю, и там будем смотреть то, что происходило, начиная со второго места. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до встречи, всем пока.